3 июня Белгородская область переходит на цифровое телевизионное эфирное вещание. Но оно доступно только тем, у кого есть специальная цифровая приставка либо современный телевизор с возможностью приема такого сигнала, а также абонентам кабельного и спутникового телевидения. Традиционный аналоговый эфир покинут 20 федеральных каналов. Их можно будет смотреть только в цифре, кабеле или спутнике. При этом «Мир Белогорья» в эфире останется. Расскажем, как быть, если вы смотрите цифровое ТВ, но при этом хотите видеть на экране областной телеканал. Если ваш телевизор не поддерживает цифровое ТВ, то вам придется купить специальную приставку – цифровой эфирный приемник. Существует два вида приставок. Они отличаются количеством разъемов. Каждую придется подключать по-своему, но это несложно. Если у вашего приемника с задней стороны два антенных разъема – вход и выход, то необходимо приобрести телевизионный кабель и коннектор – штекер, который крепится к кабелю. Вы можете попросить продавца вам в этом помочь. Далее нужно подключить вашу антенну к разъему «вход», а купленный кабель – одним концом к разъему «выход», другим – к телевизору. После этого включите приставку и настройте цифровое ТВ. У большинства приставок есть функция автоматической настройки. В режиме «Видео» AVI телевизор будет показывать 20 федеральных каналов, а в режиме «ТВ» – «Мир Белогорья». Если же у вашей приставки всего один антенный разъем на задней панели, то помимо кабеля необходимо приобрести ответвитель и телевизионные коннекторы, специальные переходники. Вот как они выглядят. С одной стороны ответвителя подсоедините при помощи коннектора антенный кабель, с другой – кабель, ведущий к приставке и к телевизору. После этого включите приставку и настройте цифровые каналы. Их можно смотреть, когда телевизор находится в режиме «Видео». В режиме «ТВ» вы увидите «Мир Белогорья». Ну а если ваш телевизор принимает цифровой сигнал без дополнительных приставок, то вам нужно настроить его так, чтобы он принимал одновременно два типа сигнала. Как это сделать, указано в инструкции к телевизору.